Тык-тык-тык-тык. Смолим. Хилов. Можем пока трэш зачистим. Пока вкратце напомню тактику, которую были как раз на ребуке с ребятами. Остальные там офигашат что-то. Вторая пати, первая пати. Короче, еще трэш, наверное, пошли, да? Да, сейчас трэш. Давай шоколад получать. Спасибо, бля, братан. Нахуй, первый, блядь, уехал в небесную сотню. Ты чё там, уехал, блядь? Пацаны, давай игру поддержим, блядь, хотя бы чутка не возьмем. Ничего, нормально. Мертвые не дамажат. Ребят, встаньте, пожалуйста, поближе. Только не в упор к ним, но поближе, блядь, РДД. Так и будет сейчас отлетать по одному. А так поближе, быстрее. Чтобы они не чаржили. Не надо в упор тоже они разворачиваются, а и морковым ёбало. Поэтому просто чуть поближе, на метров 5 от них. И все заебет. Юра вчера сказал, что вам не повезло, блять, вот. Да ну нахуй там фиксанули так, что я не знаю, там робот, блядь. А теперь надо разбегаться на роботе, блядь. Ты там стоишь, нахуй. Под ним. Чё, робота что там фиксанули? Ну ебать, он въебывает по 15 экранов три раза, блядь. Так он и раньше въебывал. Но не по 15 кг. В смысле, он поменьше в его? Да. А чем он там бьет? Магией какой-то? Да, тайная магия. Ну, наверное, сапфроты надо бить. Без сапфротов били, блядь, и вообще без проблем, нахуй. Он там въебывал, блядь, по 3 раза, по 7, по 8 кг. Ну, не по 15, 15-18 кг. Просто он... С трех ударов, бля, пол рейда просто, хуяк и все. Ну, значит, хилы посильнее надо, побольше хилов 6, наверное. Херня какая-то просто, бля. Ну, это эрдрушника, 3 штуки, наверное. Да, по сути, пара холи престов нормальных захиливает, ну, это да. Все. Не знаю, я прям на этой же неделе был, блядь, убивали ром. Просто хила дополнительного спека, на эту херню цепуху. Хотя вчера всякая странная хуйня на серве творилась, мы, блядь, в каре обычно убили Арана, а он, блядь, потом резался. Это херня, я как-то в ИГ-25 пошел. И Валька 4 раза одна выходила.
мы ее убьем, она опять выйдет. Убьем, опять выйдет. И причем одна выходила только. У нас одна съебалась. Ну, это мы, короче, эту ебаную Арану убили. Все уже, блядь, дошли нахуй до этого, до Молчезара. Чувак умер, рисается, заходит, тпшится, блядь, в библиотеку, и там босс запускается. То есть, живой босс ходит по кругу и мертвый валяется, которого мы убили. Чё ты вот в Думхаммере трейлишь, да, вот этот шаман? Нет, я рейл Санвелл. Санвелл? Бля, нахуй вы эту чучухалку опять поставили, заебали, блядь. Ты вообще пиздец. Долбоёбы. Вообще не говори нахуй. Да выключи звук, просто звук выключи, все, не запаривай. Да я выключу, выключу. Он хотел слышать. Не принимай близко к сердцу. Эмоции босса он хотел слышать. Сука. Для ушлёпка в железо. Не то, что близко к сердцу, блядь. Это вообще за такое... Так, первая пати, маг есть, второй есть, третий есть, четвёртый есть, пятый есть. Всё, всё хорошо, да, всё жизнь будет. Чё, мы собираться долго будем? Есть момент покурить? Ребята, одно тело и стартуем. Стартуем или я буду стрелять? Сейчас ты стрельнешь у меня, блядь. Так. Так, ДК, который... Волт. Как тебя? Войт. Ты крестик на крестике. На черепе у нас... Давай, суховатый. Он там скинет вот. Стаки эти. Нет, он будет тебе, в принципе, анонсить, либо там чат кричать. Ты просто ретаунт сделайте. Ты стаунтишь на себя. Знаете, да, где держать или вам поставить, ребят? Давайте поставлю. Лупик ушел курить, ДК ушел курить, танк ушел курить, я не знаю, как сказать, все, я минуту. Понял, услышал. Так, слепоглаз у нас будет ромбик, будет у нас шаман и квадрат нахуй. Так, у меня танки-то я уже забыл. Суковатый, 2 ДК. Ребят, кто еще танк не брал? Ребят, кого еще танком брал? Че, искать танка? Че, 2 ДК и паладин. Сколько тебе танка нужно? Ну, спекнись. Так, жесткий пал. Давай ты, наверное, покруче будешь, да? Круче я там брал. А, нет, 258. Ладно, ты держи короля. Показать где? Знаешь, вот здесь, да, наверное? Помнишь, знаешь? Все, сейчас этот придет. Лупик. Погодите, мы сейчас, наверное, лупик опасно. Хотя... Из вас круче-то для кашки. А что ты хочешь? Двоих, чтобы кто-то из вас брал. А кого двоих? Приста с шаманом? Да, приста с шаманом и в таргете держать приста. Бить по спину. У тебя хп на 3к больше. Давай все-таки подержишь двоих. Давай я босса и приста. А шамана пусть кто-то держит. Нет. Друг, я тебе сейчас покажу, научу. Вот смотри, вот сюда идешь. И встаешь на горочку. Вот на эту горочку чуть-чуть.
Вот так вот встаешь и танчишь. И тебя не откидывают никуда. Тебя швырять не будет. Ты прямо вот в горочку упрешься вот так. И тебя не откидывать не будет ничего. В таргете держишь Христа и бьешь ему указ в молитву исцеления. Все. А суковатый ты держишь у нас череп. Стаков 6 накопишь, крикнешь, у тебя утик ретаунд сделает, чтоб ты стаки скинул. Чё? Ещё раз. Стаков 6 накопишь, суковатый, а лупику крикнешь, он сделает ретаунд. Лупик, ты тут? Да. Лупик, ты держишь крест. Знаешь, что делать? Бля, знаю, поехали. Мосса, можешь... По это, кнопке. Поставьте шкаф, давайте мага моним. Мосса, ты просто РЛа перебиваешь полностью. Да я сейчас заглушу просто нахрен всех. Вот и все. Буду сидеть один там с собой пиздить, блядь. Так, господа, теперь по бафам. Суковатый дает нам прота. Джиту дает нам каски. Жесткий пал дает кулаки. И Пугачев дает МП5. Разбафали. Ретаунд по ромбику надо будет? Шаман, погодите, шаман, а чего у нас в Агримаре дал? И не скрывал, блядь. Ребят, теперь еще такой момент. Так как раньше пиздили в момент активации, все пиздили череп, сейчас никто никого нахуй не бьет. Мы не ставим свои тринки на КД до первой активации. Мы просто стоим курим. У нас сейчас танки расхватывают, хилы хилят. Пиздец. Мы не бьем никого здесь. Просто стоим первой активации. Даже собака вылазит, мы ее не трогаем. Потому что первая активация может быть череп, чтобы триники не поставить на КД. Соответственно, мы просто стоим. Первые 15 секунд мы стоим. Блядь, шаман дебил какой-то. Это пёсман. Я понял, что доберу. Нет же, скипал, это теперь сам пёсман. Ретаунд давать по ромбику надо будет. Кто такой пёсман? Ретаунд надо будет по черепу. ДК, который всё. Лупик, там жёсткий, ой, этот суковатый будет тебе кричать, там на нём 6 стаков. Тебе просто ретаунд. Ты таунд кинешь, он до тебя дойти не успеет, он обратно. Да, я понял. Там 3 секунды мало. Соответственно, ребята, в каждом пати сидит по магу. Даже где-то 2, блядь. То есть маги. Весь диспел с вас, соответственно. Блядь, у нас лоб вернулся вроде. Сейчас бутер, блядь. Коля, бутер. Чё, прикалываетесь по очереди отваливаются? Один зашёл, блядь, второй отвалился. Он написал, что, блядь, релок делать. Всё, ребят, сейчас просто при пуле... Сейчас при пуле просто бежим в центр. А, Холи пал. Твой должен быть Войд. То есть, блядь, ты его оверхилишь, я не знаю. А, рыбку, да, сейчас поставлю. Рыбку. Уже поставили. Есть? Кушай. Уже стоит. То есть, Пугачёв, ты отвечаешь за... Да, я слышу.
Но у меня еще частицы есть, на кого повесить. Не знаю, на кого хочешь. Давай на этого, на лупика. Вешай на лупика. Нет, погоди, отставить. На жесткого пала вешай частичку. Хиль этого ДК, и заодно будешь хилить этого паладина, который короля держит. Все, ребят, РЧ на пол. Блять, а вот сейчас я точно лагаю, походу. Готовность пришла? Угу. Что мне не показывает? Все готовы. Жить-то. Все готово. Танки разбирает, хилы подхиливаем. Никто не бьет ничего. Просто нахуй курить стойте. Нет, ты не туда. Куда ты забрал-то? Зачем? Крест обратно верните на место. Да у меня ДК его вытянул зачем-то. Олма, Геру, это, блядь, Геру сам дал. Этот, бурсты все в череп. Диспелем, маги, все диспелем, все маги диспелем. Истерия по бутеру дал. Зачем сейчас Гера, зачем истерия? ТПС. Они не стакаются, ребята. Гера и истерия — это разные вещи. Так что Гера и истерия... А почему они не стакаются-то? Они стакаются. Почему? Стакают. Это два разных бафа абсолютно. А вот с крыльями не стакают. Истерия с варовским не стакается. Ну вот это понятно. Нам давайте, пизда. Давайте, походу. Давайте, добиваем 600 тонн. Быстрее, быстрее, секунда, блядь! Да ладно. 50 этих. 35 тонн, и... да ладно вообще. Да, знаешь почему? Потому что люди не сразу подбежали к нему, блядь. Не. Так, ребят, дубль 2, я вообще не понял, что это вообще было, блядь. Он его отхилили. Косты не сбили просто. Товарищ Войт, еще раз повторяй, куда поставить? Сейчас я тебе, блядь, поставлю метку, если ты не понял. А что ты хочешь? Чтоб стоял пост так, чтоб никто не летал. И, блядь, и тебе хорошо, и ты не летаешь, и рейд не летает. И ты спокойно стоишь, косты бьешь, блядь. И все заебись. И вот сейчас его отхилили просто. Если бы не отхилили, было бы все заебись. И у нас пол рейда летало, потому что ты его какого-то хуя к стенке потянул. У нас пол рейда. И кроша летало. Там не забирайте, кто там забирает его. Ладно, ребят, ничего страшного, дубль 2. Сука, ну конечно, бля, жалко такой трейд, когда волн первый активируется. Прямо печаль какая-то. Что-то говоришь, рейд не будет летать. Да, рейд не будет летать. Ну поставь метку, где ты стоял там. 3D вот это говно поставь. Так, сейчас. 3D говно. Печень. Вот прямо на этом склоне. Спиной просто к склону и перелетать не будет. Только сильно туда далеко не уводи, потому что тогда начнут багаться и активация прекратится. Нет, они там не багаются, все хорошо там. Не прилетать сейчас не будет, по крайней мере. Не, ну это я знаю, что не летает, говорю то, что иногда багается рейд, если туда дальше к дверям завести его. И просто активация прекращается. Боссы перестают активироваться. Так, ребят, рыбку в стенку. Давайте в стенку, что ли? В стенку воткнул. Нет, не воткнул, не дал. Почему воткнул? Почему? О, поставил. Это чтоб ногами никто по еде не ходил. Да похуй, блядь, назад лети. Коровы любители съесть жопой своей, блядь. Ну то они и коровы. Типа того.
Рота по ДК дайте. И кулак тоже можно. Пол реба быстренько. Да даже нужно, блядь, о, хорош. Так, кому что не хватает, пишем. Демона в рейде не хватает. Понял, денег по жизни не хватает. Не бьем, не бьем. Просто хилим танк. Касками. Локом, дайте каски, 5 секунд активация. Стоим. Активация крош. Это крест. Крест, заберите, пожалуйста, слепца. Бой. Охуеть. Уйдите, милики. Милики не подходят, блядь. И бомбу из рейда выносить надо. Не понял. Нахуй меня срывают. Так, Моза, БР Йотана. Бля, ну ты просто держишь по-цыгански, я привык, что здесь всегда череп стоит, бля. Смотрите внимательно, на ком дебаф бомба, из рейда выходите. Да маг хороший мне срывает. Файерман. Да они тоже люди. Базару мало, бля. Блять, просто 5 магов, и 5 магов у меня агрессивают. Все, ребят, закончили. Милики бьют собак, милики хуярят собак. 5 секунд, следующая. Сколько там саков на этом скалатом? Ё-моё, все равно близко. Олм, поехали. Дубль 2, поехали. Бурсты все, в череп, все в череп. Отойдите так, чтобы не летать, блять. От войды подальше. Диспелем. Ханту истерию дом. Давайте, бурсты, бурсты, все свои, всю хуйню, припоты, запоты, триньки, миг, триньки, я хуй знает, что там еще, бля, у вас есть. Да не успеем. Все прожимайте нахуй. Касты, пожалуйста, этому слепцу бейте. Ой. Давай, давай, давай. Дожали, все, молодцы. А, РДД, все, стойте, курите, не бейте никого, нахуй. Просто стойте, ману регеньте, блядь. Не надо тратить ману для нервы свои, триньки на КД ставить. Стойте, курите, нахуй. Эти РДД, ой, милики, может идти косты бить, блядь. Слепцу, ромбику, слышите, милики? Активация сейчас произойдет. Так, килгер, идут, милики все бить в лицо килгера. РДД все по печеньке сыграли. На анрол, я так понимаю, будет печенька? Да, одна печенька, ребят. И мешок. Ну, нет у меня привилегий. Да, не на трини, блядь. У меня трини поебать, рольте все нахуй. Да нахуй эти трини. Печеньку, блядь, походу. Хуй его знает, сейчас кому-то кружки нужны, кому-то... А можно исцеление, молитву исцеления бить? ДК, спасибо. Все, успокоились. Пески поражали все. Тайм курим. 10 секунд. Регеня ману. Тринки отходыш. Уже можете на крош смотреть, по-любому сейчас он будет. Крош, да. РДД играет в кроша. Милики бьют косты слепцу.
Канты сделайте на пол. Там. У нас один кант, бутер, коль. На пуль, пожалуйста, на лупика. Без. Блин, маги ебанутые у вас какие. А, живую бомбу выносите, блять. Мильки, баба. Мильки, просто разбегитесь нахуй. На рейндж. Бомба ебашит в РДД зоне. Ну, по сути, у нас скиллы справляются. Все, курим. Эскейп прожали, курим, курим. 30 секунд. Просто ману регеним, еще какой хуйней занимаемся. Печенюшку едим какую-нибудь вкусную. Активация 3 секунды, господа. Давайте, добили. Ушли милики. Милики ушли из сахарища аура. Ушли милики от него. Все милики свалили. Бутер, ебани выстрелом, блядь. Пусть он тебе 200 голды отдаст. Это тоже считается таунтом. Нихуя это, блядь. О, там отвалился. Да я, походу, вылетел. Ранхоли ДК. Ты 5 сорвал бы на изи. Я не знаю, сейчас если я захожу, блядь. Ну ты в любом же случае появишься не здесь. Да я не знаю. Отметьте, все, эскей, эскей, курите, курите, ребят, отдыхайте. 10 секунд курим, ману регеним. Стрелы экономим, коль будто. Толпа. Да все, угомонись. На пятерочку втащишь нахуй. Добиваем. Милики ушли. Милики, отойдите от него, блять, вы его хилите. Любого. Ну, блядь, русскоязычный парень. Че, и пальта эта куртка, блядь. Въехали. Блядь. Живую бомбу, ребят, баба. Ну ладно, в принципе. Я вот поражаюсь иногда, да? Вы русскоязычные люди, а пишите и говорите хуже, блин, чем те, кто изучает этот язык. Как так происходит? Ну просто ребятки в детстве на школу забивают и не знают, что такое орфография. На бутылку садились скорее. Я не знаю. У них спроси. Вот задай вопрос. Я имею в виду в прямом смысле на бутылку. Бухали, курили, школу прогуливали. В прямом смысле на бутылку это уже другая хуйня. Скорее всего, в переносном смысле, если хотел сказать. Парень сам не разбирается в языке, да? Ты понимаешь, я так скажу. Почему вот ты задал такой вопрос, я далеко отвечу на него? Потому что наши люди, им как-то поебать, они могут коверкать, как хотят языки, все равно мы друг друга понимаем, а вы относитесь к этому более серьезно, потому что вы его изучаете, вы более серьезно к этому подходите. А мы относимся к этому эгоистически. Мы можем слова коверкать, и один хер нас, блядь, поймут. Друг друга, то есть, так сказать. Все равно, как бы, когда вот тебе пишут там что-то типа, ну, подобно вот, ну, то, что сейчас написал Хант, все равно как-то глаз ломается немножко. Прям скажи мне, а когда ты читал, что ты понял под этим? Ну, что ты подразумеваешь под этим? Он только ошибки видел. Есть такие люди, да, ошибки, все, у него глаза дергалось, он не понимает, что происходит. Охуенно грамотно. А смысл самой фразы, да, как-то эгоистически?
почему-то есть такие люди, чего, блин. Есть, блин, люди, которые очень важны орфографии. Не, я просто говорю то, что глаз ломается. Допустим, я просто вижу неправильную орфографию, у меня просто как бы, ну, что-то как не то. Некомфортно становится. Ну, а так мне, в принципе, похуй. Ладно, орфография, у нас. Станьте ближе, ребята. Имя. Хватит дохнуть. Маленько пишут, это вообще как бы считается оскорблением. И вот это меня больше, у меня действительно глаз начинается дергаться. Ну да, главное, это тоже из того же. Главное, чтобы очко не дергалось. Шуточки полетели. Дайте ему 300. Да мне печеньку надо, давайте мне печеньку. Блять, ну сколько дохнуть-то можно? Ну, может поближе встанете все-таки, а? Ну там одна быстрая, они все равно будут делать. А денег, денег говорят много. Ребят, вы слушайте, что вам советуют, что говорят. Прислушивайтесь, по крайней мере, я понимаю, что вам похуй этого хуга, блядь. Но все же прислушивайтесь, что говорят. Встаньте поближе, да, где-то на расстоянии 5 метров от них. Вытянутые руки, блядь. Иммортал он вас не псикун. И, блядь, чарж, и чарж у вас. Все заебись. Вы что, сегодня убьете кого-нибудь, нет? Чарж, ну, боишь покинуть тело. Ну, судя по тому, как суковатый проседал, скорее пала убьете. Да его не жалко. Вообще просто, когда я дохну, я стою и дохну. Ничему здесь не учат. Кого меньше, когда бить, убрали. Следующую броню. Видите, в один тапик. Ах вы гомики, блядь. Вот играл бы я за протовара, ты бы охуел. Если бы у бабушки было бы хуй, она была бы дедушкой. Если бы портовал бы, был бы в рейде, ты бы так не таунтил. Я, блядь, ни разу танк еще не нажал. Ты Коль, Коля. Я ДК. Да, где ты понаходил этих грамотных людей? Где? Кто это за рейд министров, блядь, каких-то? Депутатов, я не знаю. Ты не понял. Это просто топчики Сируса. Я их почему-то всегда нахожу. Рандомно. Не знаю почему, они все в одной канаве лежат просто. Каругер, такая же фигня. Все топчиков набираю, блядь. С которыми потом учусь по 4 часа в каригер. Чесвешная тварь. Сирус. Чё ты меня палишь? Ты спалился первый. Да тут в пизду, пускай он танчит, оставь ему этих мобов. Поставь метку сразу, чтоб одному. Три метки поставь, ребят. Все три гранита долбите. Ну да, жрецы пускай хилят его, нормально. Нормально все. Задолбите гранилу. Я еще тремор поставлю, чтобы его не теряло. Может, надо было лучше на хила сесть? Да нахуй не надо. Я косты побью. Ну хорошо. Бейте череп, самое главное. Не чаржатся здесь. А эти жильцы не чаржатся? Нет, они теряют. Ебать, он бежит, блядь.
Ладно, заберу. Это чтоб не хилил, да? Он нормально придумал. Да, 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 это тактика, блять. Блять, бабл. Хорош. Сейчас он захилит его, смотри. Хорош. Дал как захиливает. Это по-любому мы добили череп из-за того, что челики отвели жреца одного. Меньше от хила проходило по молбу. Да это тактика, ты чё? Вообще серьезная тема. Ну, видишь, опять повели. Есть сейчас в Дискорде... Вы чё, блядь, цыгане ебаные, куда вы его повели? Есть в Дискорде люди, которые убивали леща 25 гер здесь? Здесь нет. Ну, именно на Сирусе. Ну, вон, посмотри. Есть. Море, сияние рассвета, титул. А, да, он пошел. Жесткий пау не в счет, он просто это, как бы, блядь. А что ты хотел? Анчива задонил это. Да ничего. Если кто Джайна убил. На Джайне не был. Вы слышали этот, в этом... В этой фразе столько пафоса, блядь, Джайна. Да мне как-то похуй на Джайну. Как будто хуй не сантиметров, да? Ну, не знаю, кстати, на Джайну интересно ходить. Там очень много тактик. Интересно. И все они достаточно интересные. Шмотка с Джайной стоит 200 косарей. Это я не знаю, что про Джайну знаю. Это не все, не расслабляемся. Типа еще жестче есть фишки, да? Правда, мы ее недавно начали убивать. Ну-ка, а есть Т5, кто знает? БДК танки нормальные? На нет. ДК Т5? БДК не очень. Ну, раньше... смотри, короче. Раньше АДК хорошо танчили из-за взрыва трупов, а сейчас им пофиксили где-то до 150 сотки ТП. Для БДК Т5 хорошо подходит, потому что много агро набирает, и масс агро вообще он держит. Угу. Считай, постоянно АДК. Войско мертвых с тобой бегает. АДК больше набирает. Ты про БДК говоришь сейчас? А? БДК ты говоришь? Чё? Так, ребят, стопните. Он перепутал, это АДК. Пизда, что убили! Там тут пиздец еще. Так, давайте полтанком. Жесткий пал. Цыгане заебанные. Оба два ДК стоят на руле. Б2. Суковатый у нас будет закрывать череп здесь на входе. Жесткий пал, ты закроешь. А печеньки будешь? Все, что печеньки появляются. У меня он у одного лагает. Ребят, есть какой-нибудь 230-й танк еще у кого-нибудь? У меня есть у Йотана. Йотан, спекайся. Хоть там 230-й, без разницы. Так, теперь по магам. Слушаем внимательно, господа. Так, алкогал, блядь, или как там, господи. Алкоголичка, алкогал, блядь. Алкоголичка, слышишь меня, плюс они? Тронь. Ясно. Он в АПК ушел. Хорошо. Пу-пу-пу-пу-пу. Кто там еще? Полотенчик. И второй маг Перман. Ваш квадрат. Проебете руки, минус, блядь, 50 крон. Обоим. То есть все руки, которые в квадрате и в этом районе появляются, ваши. Ребят, до первого метеора. Вы, каждый из вас, может закрыть 3 раза. Первый закрывайте, давайте так. Первые 3 руки закрывает у нас полотенчик. Файерман, ты закрываешь следующие 3 руки. Я тебе еще раз говорю, вы закрываете в квадратный. Все, что в области. У Милики они будут под боссом закрывать. Так, теперь крест. Крест у нас будут. Денчик и резист. Плюсанули, что услышали. П5.
Первый закрывает у нас денчик три раза, второй закрывает три раза резист. Ребят, это еще раз повторяю, до первого метеора. Как упадет первый метеор, вы въебываете в гурла и все. Больше там рук не будет с той стороны. До первого метеора. Три раза. Маг, я тебя научу резист. Первый раз ты закрываешь в простой форме, второй раз закрываешь в глыбе и третий раз опять же в простой форме. Все. Можете босса вначале вообще нахуй не бить, а просто стоять ебальником и смотреть за своими метками. Проебете, блядь, вот все четыре мага, блядь, просто минус 50 кровов. Если какая-то из ваших меток будет проебана. А что Лупик делает? Лупик, я сказал, оба два ДК сидят на гурле. Блять, я нихуя не понимаю, у меня лаги пиздец идут. Я не слышу. Войд. Войд. Чё? Войд. Умеешь танчить гурла? Да. Всё, ты танчи, Лупик. Просто, Лупик, просто стой, делись с ним урон. Идите туда, вы там? Я второй танк? Я, блядь, не понимаю, скажи, да, нет, второй танк, да? Да, да, да. Всё. Войд, ты просто делишь урон, идите туда. Вы там уже? Не вижу вас. Да. Идите что там, туда, куда, по блядь? По стенке бегите туда, на ту сторону, блядь. Бегите за мной. И Лупик, и Войд, оба два. Я так и не понимаю, что вы это все так долго делаете? Я не знаю, что вы, зачем бегать. Я в Дискорд перезайду уже. Милики, блядь, минус 50 кролу, то же самое, если, блядь, под грулом, блядь, не закроете нас. Все милики получат минус 50 кролу. Скрывайте, пацаны. Кто, кто там, у кого был дебаф, у кого не было, мне поебать надо. Руки, закрыли все руки. Руки. Все руки закрыли. Не стойте там, пожалуйста, возле квадратика. Метеора ёбнется, сгорите нахуй. Просто подбежали, закрылись, ебали оттуда на блинка. Закрыли руки, руки. Мили-зона. Денчик, в чем проблема, блядь? Звезде ее руки закрыть. О, раз РЛ скручивать. Да, да, да. Руки закрыли. Метеор, все, ушли. Все, эти маги, играйте. Грула спокойно. О, заебись, починилась, блядь. Випка, фаера, БР фаера. Есть БР? Руки закрыли, все руки. А, друиды есть? Шаманы есть? Закрыли все руки. Есть шаманы. Сколько шаманов тебе надо? Если ты за Геру, только по команде РР. Я уже дал. Руки, все руки за. Руки, все руки закрыли, блядь, все танки, хуяли, накрываем. Руки. Я у босса закрыл. Thank you.
руки закрыли, все руки. Руки закрыли, руки, мои руки. Все руки закройте. Войду на пуху, да. Руки сзади, по центру закройте руки. Череп. Руки. Ляма, нажимайте. Блять, нам без лайфов последний не интересно. Хуби не интересно, нормально. Никого не интересно. О, мало. Да, верно. Нихуя себе, у меня новый маунт будет. Маунт можно сразу, ребят, разролить. Тебя, говоришь, будет? Давайте маунт сразу разролим. Давай. Так и быть. Эй, какой нахуй 97? 98? Вы чё, блядь, прикалываете? Джета ГЦ. Он на Войда ролил, Войду отдавай. 100! Ха-ха, жёсткий пал, блядь, стоит 100. Это читер. Кикс рейды за такую хуйню. Джита, спасибо. Анлот ему дай. А где жёсткий там пал? Зачем? Чё, ему пизды хочешь дать? За такую руку. У него же сотни. Ну, в смысле, сотни у него, он, блядь, так-то стоит 100 кидал. У него ничего другого не могло и выпасть. Он скриптер. Ты ему хочешь отдать? Я тоже так могу, я могу 1000 выкинуть, вот. Давай. Он скриптер. Читерит. А, видишь, 1000, охуеть, да? Вообще. Как так, да? Ебануться, блядь, магия не иначе в целом. Чё, Рэл, ты анрол продаёшь? Не, ребят, я для своего клинка специально я пытаюсь одеть. Я бы косарей бы за 10 бы купил. Ну я понимаю, нет, я для себя любимого, так что, ребят. Давай за 20. Да много грубов собирай. Да не надо мне голда, блядь. Она была бы, я бы пуля. А, не надо тебе голда, дай голды, а? Да, дай голды. Нет, вы не поняли, мне ваша голда не нужна. Да. Ну вот так, так вот поправильнее будет. Хотя... Ребят, а дед, кадетам сейчас хотя если прощаюсь. Вы делитесь с голдой просто так... Я не против принять удар, да? Я ни от кого таких подарков не принимал, но от вас приму, блядь. Почетно, блядь. Ребят, спрошу у всех, пока народ здесь сидит. Ни у кого не закрыта целка 10 ОБ, никто не желает сходить. Просто по-быстрому пронести. Ну и что? Мне просто на работу завтра на 5 дней, поэтому я не хочу. Я имею в виду, что сегодня четверг и время еще день. КД-то новое. Вряд ли у кого-то закрыто. А, ну это я понял, я и говорю, ни у кого тут нету КД. И просто то, что по-быстрому сходить целка на фул. Потому что как бы пати мощная, она может закрыть. Есть желающие? 10 человек. Ну я с гильдой хожу. 10-15 вайпов на леди, на... Обычку, ты что, гонишь, что ли? Какие вайпы, блядь? Обычку, блядь, без вайпов пройдем спокойно. Сука, если пати будет нормальная. Мне что, тебя ну... хилить, что ли? Давай я его похилю. Я ДК, я все могу.
После магика, ребят, не расходитесь. Там дальше отпишите, кто... Заходите быстрее, пока баб не сильно. Отойду на минутку на трэш. Нахуй столько трэш набрали, не планули, блядь. Тут половина еще не пришла бы даже. Да ну ёб твою мать, ну что это за хуйня, блядь? Я один лагаю или все лагают? Да, ты мой. Че? Да, один, наверное. Армухи у тебя дохуя скачиваются, блядь, поупать, пых. А, подожди, это только у меня, да, лагает, я так понял? Ну да, ты один порнуху смотришь. С мужиками, с сиськами. С двумя, с тремя. А чё за хуйня тут? Первый раз такое. Чё, может посоветуете чё-нибудь? Историю чисти. Какую историю? Просто из игры выйди, зайди. Так периодически бывает. У меня первый раз такое. Будет ещё больше. Отошёл, сейчас подойду, ребят. Именно из самой игры, то есть не на выбор персонажа, а полностью. Нажми это Alt+4. Ну, я не мог выйти в режим выбора персонажа. Я говорю, Alt+4. Так, это в видосе в этом, почисти кэш, релокнись и засунь себе ее в жопу. Что ты там за видос-то смотришь такие? Ты что, не видел этот видос? ПВП паут не видел? Вот там нет, так... нет, не видел. Это было гей-порно. Ну, ПВП паут, ну я чё? Ну я и говорю гей-порно. Нет, такое не смотрел. Бля, да нахуй так лагает. Короче, я зашёл, и у меня опять всё хуй. Блять, перезапусти свой роутер. У тебя античит включен? Ой, античит, блять, это какой нахуй античит? У меня немного задержки, всего 4.5. Я говорю, у тебя антивирус стоит? Антивирус у меня месяца? Сейчас посмотрю. Задержка-то 4.5 месяца? Да, да, ты 4.5 месяца. Да, стоит у меня античит, а чё такое? Ой, античит, блядь, антивирус. Выключи его или поставь там галку, лучше выключи. У тебя может обновляться и жрать всё. У меня он пиратский. Может пакеты, блядь, серваком блокировать. Я как бы на этом серве играю 3 года, у меня первый раз такая хуйня за 3 года. Блядь, прикинь, ебаный антивирус время от времени обновляется, он может определенный пакет считать. А прикинь, помогло, да ну нахуй. Охуеть. Чё, суковатый сказал? 200 граунды её Тершаймову, блядь, зашлёшь. Ебать, это кто такой, интересно? ДК со звёздочкой бежит. Стойте. Чё он пывкает? Хан, дай на пул. Раз-раз, меня слышно? Да. Блять, все равно мне все залагало, блядь. Потому что мне 200 гады не дал. Наверное, блядь. Ты, короче, я понял, ты меня, короче, это... взламываешь, да? Бабки вымогаешь. Короче, я, наверное, пойду это, с телефона Wi-Fi раздавать. Сейчас я релогнусь. Чё, жёсткий палач, корю, блядь, не ожидаешь? Я думал, ты пацан не арбарь, а ты, блядь, жалочковый. Нихуя не жёсткий, блядь, пропиздился. Жёсткий рак, ебать.
Ёбаное все, ну что там, блядь? Будем бить этого пидора или нет? Это лучше бомбить. Или ты про босс? Да хоть какого похуй. Раз-раз, слышно, нет? Угу. Так, все, я тут. Пока, нахуй. Оль, глупый, блядь. Ты пал. Я нету, лошадь зачинили. Так, мамочка, я не хочу умирать. Умирай быстрей. Раз-раз, слышно? Бля, чувак, честно, ты заебал ты хуйней, бля. Нет. Какой? О, с Wi-Fi подключился, вроде ништяк пошло. Нахуй вы это делаете? Долбоёбы. Ебай вы шутники, блядь. Смешно, блядь, а живот лопается. Чё тебе, Коль? Я сейчас этого лопаю, я про лопаю забыл. Блядь, дай по суховатому анлут. Ну, суховатый вообще ничего не делает, если что. Он просто там бегает. Он неадекватный. Нахуй он там бегает. Адекватный, адекватный. Слушайте теперь, как тебе, блядь, убраться надо. Три танка. Суховатый, оба два, блядь, ДК. Два ДК стоят на магике. Войд, первый танчит Войд, на пол бутер Войда. Соответственно, после коста сокрушения его меняет лупик. Суховатый, твои порталы. Череп сейчас на месте. Так, теперь то, что...